Чао, атути, девочки, на красотульчики, ребята. Всем привет. Отличное настроение, на улице не холодно. Несмотря на то, что серо. Свекровь позвонила. С Аллегро едем в гости. Она там кое-что прикупила Аллегре. Вот, едет, в общем, свои подарки забирать. Вчера Кристина со свекровью, с мамой, со своей, да, и Массимилиано была в Эчендеме. Вот. А Александра у нас был дома в гостях. Мы кушали бургеры. Вот. И Кристина ей купила платье и балетки. Потом мы к свекрови приедем, я вам покажу классные балетки. Так, где мои ключи? Аллегро, andiamo a море. Fai salutare tutti. Ciao. Сегодня купила себе новую помадку. Новую помадку. И Аллегро меня попросила. Скажите мне, пожалуйста, лак для ногтей. Синьорина, andiamo. Ti gamba non è odna, amore. Cristina lei la coppia. E manca Luigini. Guarda la maglina. Guarda. Neri perché sei Tatiana, ma se ti la belle, 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 guarda che bello. No, è bello. Va bene, la cosa è il segno. Ti piace? Cristina lei la balletti coppia. Такие балеточки тоже в Эчендеме. Бабушка купила, а бабатюшка одевает. Не получается. Mi sembra bellino da morire. Mi sembra un bellino. Provatelo, ho detto da questo è un bellino. Sì. Prova un po' la taglia. La taglia è l'XS, è la sua. Ma è troppo grande. Guarda, guarda, no, guarda bella. Ah, bellina. Ah, no. È bellino questo, l'hai sì. Il fisio. Ma, ma vedi, allora, a me piace. A dove ti comprate? L'ho comprato in mercato. Guarda che bello. L'ho comprato Cristina. Sì, sì, ho mandato lei, l'ho visto che sta a Pottino, ci ho detto cappottino e la nonna. Ah, vedi, vedi. Bella, Bello, te l'ho detto, era bello. Красотульчики мои ехали за Аллегриными подарками. Еще я получила подарок. Мне очень понравилось пальто, но не застегнула, кстати. Подождите, где мои ключи? По-моему, ключи забыла от машин. Так, где мои ключи? Забыла. Сейчас. Так. Наверное, их оставила. Ну да. Тиаго. Си, си, зяпата. В общем, довольна я осталась. Пальто черное. У меня есть шарф. Луи Виттон черный с серым. Я давно его покупала в Милане. Как раз идеально будет смотреться. Кстати, не застегнула одну пуговицу. Там три пуговицы. Короче, классная, довольна. У Кристины такой цвет кэмел. Вот. Тоже мне кэмел понравилось, хорошая. Так, что хотела сказать. Ну, мне вообще муж... Сейчас, девочки, положу сюда машину. Давайте так. Цвет прям такой хороший. Мне вообще муж всегда на праздники, на день рождения, он меня спрашивает, что ты хочешь. Я говорю, ты мне дай денег, вот, и я куплю то, что захочу. И он мне, в принципе, дал денег уже.
Вот, я эти денежки, я вам говорила, что на почту ходила, я их племяннику своему перевела на подарок рождественский. Я раньше ему помогала, сейчас, к сожалению, у меня нет возможности. Вот, и эти денежки с моего Рождества оставила, в общем, отправила ему, ему там, он сказал, что-то хочет себе купить. Вот, поэтому вот такие вот дела. Но я рада, что я осталась с подарком. Вот, сейчас еду. Муж у мамы, Аллегра тоже с бабулечкой. Кристина поехала, кстати, в магазин рыбу, рыбу покупать, заказывать. Сейчас, подождите. А я поеду в наш фикс прайс. Мне нужно будет кое-что купить к Аллегре, к рождественским подаркам. Мы, в принципе, все уже купили, я вам потом покажу. Вот, ну, кое-какие детальки. Вот, ну и все. Кстати, девочки, сделала маску для волос, новую, классную, офигенную. Маска сразу выйдет после, скорее всего, это видео, после этого влога. Вот, маска нереально крутая, волосы такие мягкие. Смотрите, кончики просто. Я довольна. Не получилось припарковаться у магазина, но все равно вам покажу площадь. Раньше украшали, здесь, может быть... Кстати, еще зажгут чуть-чуть попозже фонарики. Да, свет. Сейчас пока... Пока сейчас все выключено. Может быть, потому что светло. Сейчас я вам елочку нашу покажу. Раньше ее украшали шариками. Сейчас не украшают, потому что каждое утро просыпаешься, а шариков нету. В общем, только гирлянды. Народу много, погода отличная. Все гуляют, кстати, мороженое кушают. Несмотря на то, что сезон. Вот она, наша елка. Ну, посмотрим, будем идти обратно. Может быть, уже и включат. Сейчас пока, видимо, светло. А может быть, вообще не включат, потому что карантин. Очередь в мороженом. Господи, машин много. Все перед Рождеством. Знаете, эти последние-последние денечки. Покупают подарки. А, хотела вам показать. Мэй Контрате. Это любимые персонажи Аллегры. Даже есть стаканчик, обалдеть. Часы. Я кое-что купила, потом вам покажу. Я думаю, она очень будет довольна. У меня муж сегодня тоже на велосипеде катался 2,5 часа. Знаешь, в ускоренном режиме худеет. К Новому году, к Рождеству. Вот. Это новый магазин у нас открылся. Как раз вы меня просили проходить мимо людей, показывать. Сейчас вроде все в отличном настроении. Не обращают. Так. Банк наш. Центральная улица Виа Монтальбано. Наш фикс прайс очередь. Но елку нашу так и не включили, скорее всего, из-за карантина. Но вон деревья уже повключались. Конечно, потемнее будет. А, включили! Только что ее включили. Вот она, елочка наша. Смотрите, вот секунду назад. Какая красота. И вон детки тоже смотрят. И вон написано у нас аугури. Поздравляю. Все. Ой, классно. Людей очень много. Класс. Все, идемте, купила я на 13 евро, 13 позиций на Вантановичен Тезим. Сейчас вам покажу, что купила. Вот что мне нужно было докупить Аллегре. Это я мужу взяла своему. Вот такие вот кисточки. Ей нужны были кисточки для макияжа. Ну как? Чтобы играться.
Купила эти кисточки, вот такие вот. Я все это положу вот в эту коробку. И что я? А, вот Hello Kitty для маникюра. Это я свекрови взяла пакет, ей нужно на подарки. Вот. Кое-что так. Я брала Allegra еще косметику. Она большая, там детская. И пару вот таких вот купила ей тоже. Чтобы она красилась. Вторая фиолетовая где-то. Не могу найти. А вот она. Вторая. Вот. Господи, народу нереально много. Все, побежала уже. Девочки, мои красотульчики, ребята, бонжорно. У нас сегодня утро в 6:30 утра. Allegra проснулась рано. Вчера она у бабушки так наигралась, что уснула за 3 секунды. Кофе делает, молоко, по-моему, еще одно. Сейчас кофе попью, скорее всего, будем пить кофе. Знаете, с чем я вам говорила? Паска с панеттоном. Он шоколадный. Я его разогреваю 30-20 секунд в микроволновке. Вот вкусно. Сейчас прошу, уже будет он или нет. Опять наверх. Все наверх. Вроде. Недавно я там наводила порядок, но нет, я опять наверх. Потихоньку разговариваю, потому что, мне кажется, соседи еще все спят. Воскресенье. Красотульчики, одела свой шарфик, пальто, которое мне муж подарил. Сейчас 8:30 утра. Я вчера забыла включить посудомоечную машину. Включила посудомоечную машину, в общем, сейчас. Вещи мне нужно было там постирать, стирку закинула. Предварительные дела сделала, чтобы выйти из дома. И включила утюг погладить. Этот шар давно его не одевала. В общем, не выдержало наше электричество, свет отключился. Муж пошел вниз на улицу, включил. Я пью воду только теплую. И сейчас перед выходом налила себе стакан воды. Ой, включила микроволновку. Опять свет отключила. Я говорю, ну извини, я забыла. В общем, у нас 3 прибора, особенно посудомоечная машина. Знаете, она прям тянет хорошо электричество. Нельзя 3, господи, открыла дверь Allegra, хотела ее посадить. Allegra нет, она, муж сейчас к бабушке ее повезет, а он поедет это, спортом заниматься на велосипеде. В общем, у нас в квартире 3 прибора, нельзя включать сразу вместе. Скажите, пожалуйста, у вас так же? Все, девочки, еду, обогреваю машину, еду в торговый центр, хочу себе кое-что посмотреть там. Если куплю, куплю. Если не куплю, то значит не куплю. Это последний мой поход в этом году. Девочки, ребята, слушайте, представляете? Торговый центр открыт, а магазины все там закрыты. Открыт только продуктовый, аптеки и еще, по-моему... А, продукты, аптеки, все, все остальное закрыто. Суббота, воскресенье, магазины, да, вещи, вот все такое... В общем, закрыто в связи с карантином, в связи с вирусом, чтобы... Извините, глазик почищу. Потому что суббота и воскресенье очень большое скопление людей, поэтому они решили все закрыть. В общем, пошопилась я. Все, еду домой. Кошечки, мои красотульчики. Анкора в пижаме, анкора в пижаме такая. Сейчас хочу зайти к нашим соседям, кое-что отдать из Allegra-ных вещей. Вот, и у меня кое-что из пацанячих есть, хочу отдать, потому что они просто лежат, и все, жалко. А эта семья, они, получается, потеряли работу, вот, ну, короче, сейчас и без денег, и без работы, на носу Рождество хочется каких-то презентов, пару вещичек Allegra-ных. Вот она, кстати, мне сейчас прислала сообщение, послушаю. Вен! Экола! Этот костюмчик безумно его любила. Маечка, надеюсь, как раз будет на эту девочку. Пиджачок. Allegra пиджак уже короткий.
И вот эта юбка. Как раз на Рождество. Если ей майка не подойдет сюда, то, в принципе, видите, здесь есть серебряная. Эта водолазка, она достаточно широкая. Потому что девочке 30 месяцев, но она почти весит, как Аллегра. И отдам вот эти колготочки. Она как раз, если под эту будет, то как раз белые колготки как раз. Ну, в общем, набор новогодний. И мальчику отдам вот эти вот брюки. Потому что я не знала, когда в Россию я поеду. Они уже вроде на 5 лет, но они уже будут этому мальчишке маловаты. Вот. Поэтому у них тоже там мальчик 4-5 лет как раз ему и отдам. Вот такие вот презентики понесу. Красотулечки мои, отнесла вещички. Вот. Идем сейчас гулять. Потому что у нас с сегодняшнего дня 3 дня желтая зона. А это говорится о том, что в принципе мы можем ходить гулять. Рестораны открыты. Коммерческий центр в субботу, воскресенье открыты, но в них закрыты магазины, чтобы люди, да, не скапливались, не делали шопинги. Но магазины все открыты, именно вот такие вот на улицах, в торговых центрах. Вот, в общем, все открыто, куча народу. Рестораны открыты, даже можно ужинать, представляете? Но мы в ресторан не пойдем, мы пойдем гулять. Аллегра посмотрит елочку у нас на площади. Come sono, amore? Bello! E c'è bambino. Vedi quanto lì. Bello albero, amore? Wow! Che c'è? Allegra, c'è il cacchio in caffè, c'è. Мы любим печатали пенки. Сегодня первый день поставили столы, можно кушать. Народу куча. Фато. Это фато, мой? Сегодня куча. Красиво все такое. Слушайте, такая атмосфера классная, прям новогодняя, праздничная. У нас же давно были закрытые кафе, рестораны, нельзя было сидеть. Сегодня первый день, а 3 дня открыли, поэтому... Все вот так вот, как рванули толпой. Все классно, в общем, гуляем. А, море, кече. Покушали, посидели, сейчас погуляем и домой уже будем идти. Все, море. Не знаю, слышали, мой муж напила. Девочки, мои красотулечки, бонасерия. Ребята, мы уже вернулись домой. Слушайте, на улице вы, конечно, все такие молодцы. Они что, открыли на пару дней, сделали желтую зону. Так атмосферно, люди радуются, кушают. Аллегра у нас только покушала бутерброд, мы не кушаем. Мы сейчас будем ужинать, будем доедать остатки. У меня осталось куриное филе, я также Аллегра его готовлю, но в другой сковородке. Знаете, что сегодня купила? Вы хочу тут ты? Мама, мама. Это как? Соус табаско. Вот, и нам захотелось острой еды. Куриное филе, и вы знаете... Я люблю бобовые, да, фажоли, там все вот эту штуку, баночка. Была на низке, вообще очень вкусные. Добавлю туда, добавлю этот соус, короче, сделаю. Игра несет. Бибиолюта лепорта табло, так вот. Несет стол, сегодня ей купили слайм, хочет слайм поиграть. Вот. Сейчас... разогреваю уже духовку, в духовке подогрею до хрустящих колочки, до хрустящей корочки хлеб. И мы будем это кушать и будем натирать хлебушек чесночком и сверху поливать маслом. Еще у нас будет вот такой вот ужин, доедаем оставку, ничего не покупаем. А Аллегра тоже куриное филе. Но я ей сделаю с вчерашнего дня у нас осталось вареный картофель. Вот, я ей сделаю с вареным картофелем. Ну, конечно же, без соуса табаско. Вот такие вот дела. В общем, кайфанули мы, погуляли. Погода супер, ни ветра, ничего.
очень фантастическое. Знаете чего? Не хватает снега. Скучаю я по снегу, конечно. Ладно, буду готовить. Извиняюсь, вытяжка во всю работает, конечно же. Шалфей, розмарин, добавила немножко чесночка, маслица. Аллегра, да? Уже кушаем. Аллегра кушает. Вот что получилось. Одевай ее. Одевай. Да, приятного аппетита. Это я кушаю. И потом чесночком натереть. Вот видите, кусочек чесночка. Ммм, банан. Козе. Меня кантала мама. Сану фри. Мам, ты лавэдэ. Сану фри. Сану фри. Дыши, бонаноте тутти. Бонаноте тутти. Бонаноте тутти. Бонаноте тутти. Красоту. Ребята, мы уже на диване. Сейчас здесь 15 минут, я спать буду ложиться. Дыши, чао. Там, пап. Кевой.